Кадеты школы-интерната имени Ивана Безноского приняли присягу. Торжественная церемония состоялась у Вечного огня в Парке Победы Ханты-Мансийска. Клятву дали 36 кадетов. Это воспитанники, которые отучились год. За это время они научились держать строй и соблюдать дисциплину. Среди них есть и прекрасный пол. Учебное заведение находится в поселке Нялино. Напомню, что кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Ивана Безноского была открыта по инициативе губернатора Югры. Сегодня такой волнительный день. Удостоверение получает, все уже, присяга у него уже. Все, ну, волнуемся очень сильно. Год, конечно, дался ему тяжело, тяжело, если честно, потому что от семьи он у нас очень домашний был. Ну, первый, да, до Нового года он у нас прям просился домой даже и говорил, что я лучше дома буду учиться. Ну, как-то вот втянулся, смирился. Если взрослые мужчины приходят и плачут, когда их отрывают от родителей, ну, я имею в виду те солдаты, которые приходят в армию служить, то здесь, согласитесь, в 7 классе и сразу оторваться на полгода, потому что дальше распутится, к нам кроме вертолета ни на чем не долетишь. В этом есть свои плюсы, потому что мы сплачиваемся, и вот иди, на самом деле они вот пропитываются этим кадетским братством. В кадетских школах я не хочу их никого обидеть, но они поотучились и пошли домой. А здесь семья.